love with Amy. Always in love with Amy. Леди и джентльмены, Барышников на Бродвее. В фильме участвует Михаил Барышников, а также Нелл Картер, участники шоу «Кардебалет» и Лайза Минелли. Барышников на Бродвее. Шубертелли. Одно из самых знаменитых мест на свете. Прямо в сердце Бродвея. А сейчас, надо же, никого. Полчаса назад тут было полно людей, спешащих на какое-нибудь шоу. Сейчас все они внутри смотрят драму, комедию или мюзикл. Неважно что. Держу пари, они взволнованы, как я. Каждый раз. Потому что таков Бродвей. Он волнующий, удивительный и неповторимый. Мой друг, репетирующий там, договорился со мной о встрече. Михаил Барышников. Язык сломаешь. Я рада, что он разрешает мне называть его Миша. Как бы то ни было, вот он, великая звезда балета. И он без ума от Бродвея, как и я. Репетиционные залы. Неважно, который час, они всегда заняты. Есть такая старая шутка. Извините, как попасть на Бродвей? Работайте. Так, кто на Бродвее кормит тебя лучше всех? Если это горячая пастрами, ты... Горячая пастрами. О чем ты сейчас думаешь? Пикули. Кошерные? Да. О Бродвее. Снова о Бродвее, Миша? Знаешь, 5 лет назад, когда я впервые сюда приехал, только что состоялась премьера кардебалета. Да. Это был удивительный вечер. Знаешь, это шоу сделало бродвейского танцовщика очень важной персоной. Да-да. Винегрет? Да, само собой. Знаешь, что я думаю? Что кардебалет – это вечное шоу. Понимаешь? Как есть вечные балеты, есть и вечные бродвейские мюзиклы. Миша, если бы ты перебрался сюда пораньше, я бы повела тебя на такие потрясающие шоу. Но ты меня водила. Да, но я имею в виду те, что были раньше. Вот если бы была возможность показать тебе волшебство тех мюзиклов. Это было бы чудесно. Подожди. Помнишь Алису в «Зазеркалье»? Да, она попадает через зеркало в страну чудес. Точно. Пойдем. Смотри, это ведь зеркало? Да. Может, если мы очень этого захотим, мы пройдем сквозь это зеркало? И расквасим себе нос. И расквасим себе нос. Может, это получится, если мы поверим? Поверим. Поверим. Мы оба. Да. Идет. Только без сэндвича. Миша, получилось. Но где мы? Мы в мире грез. Здесь живут все великие шоу. Это страна чудес. Бродвея.
Another show in Philly, Boston, or Baltimore. A chance for stage folk to say hello. Знаю, это кабаре. Я видел тебя в нем. Да, в фильме, но не в бродвейском шоу. Если ты все помнишь, что это за персонаж? Конферансье. Прекрасно. Кто это? Нелли Форбуш из South Pacific. Это шоу показывали более 1800 раз. И каждый раз она мыла на сцене голову. Представляешь? Скрипач на крыше. Джером Робинс, да? Да. 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 Four weeks you rehearse and rehearse. Three weeks and it couldn't be worse. One week. Will it ever be right? Это было чудесно. Не то слово. А хореография? Майкла Беннета. На все времена. The overture is about to start. You cross your fingers and hold your heart. It's curtain time. Оклахома. Там, где ветер кружит над равниной, да? Да. Это шоу ассоциируется со словом «первый». Первое совместное шоу Роджерса и Хаммерстайна, их первый хит, в первый раз Агнес де Миль занималась хореографией на Бродвее, и впервые танец использовался для развития сюжета. Все впервые. А знаешь, что было первым для меня? Что? Я был принцем в щелкунчике, куклой в петрушке, рабом в корсаре. Но я никогда не был ковбоем в сапогах, в шляпе. Вот бы попробовать. Хочешь быть ковбоем? Да. Так давай. They got a big theater, they call a burly queue. For 50 cents you could see your dandy show. Let's go! One of the gals is fat, the pink and pretty. It's round above as she was round below. I could swear that she was padded from her shoulder to her heel. But later in the second act, when she begun to peel, she proved that everything she had was absolutely real. She went about as far.
тебя получился бесподобный ковбой. Спасибо. Миша, ты знаешь, что Оклахома — лишь начало сотрудничества Роджерса и Хаммерстайна. После этого была Карусель, потом Саус Пасифик, Король и я. Звуки музыки. Знаешь, какие звуки музыки мне особенно нравятся? Эти звуки. Мюзиклы с героями-неграми оказали невероятное влияние на американский театр. Такие шоу, как «Порги и Бесс» Гершвина, «Женщина из Сент-Луиса», «Хэрольда Арлена» и «Кармен Джоуз», и «Хижина». Я говорил тебе, что мой отец был режиссером «Хижины в небесах»? 23 раза. Этот фильм считался новаторским. За последние 10 лет черный мюзикл пережил второе рождение. Два из них получили Тони. Знаю. «Виз» и «Нормальное поведение». Нет, немного не так сказал. Не совсем по-английски? Смотри. Have no use for other sweets of any kind since the day you came around. One look and I instantly made up my mind. Sweeter sweetness can't be found. You're so sweet, kid, baby. Nothing sweeter ever stood on thee. You kind of kid yourself, honey. Oh. Every honeybee feels with jealousy when they see you out with me. I don't blame them, goodness knows. Honey, sucker off. The reason why your perfection, goodness knows. Oh, honey, sucker rose, you're some dancer. I love it when you twirl, you twirl. You some singer. So why not? And I'm blown away. Неплохо, неплохо. Подожди, я хочу сделать, как в «Лебедином озере». Подожди, подожди. Подожди. Happiness and tears. You
Знаешь, в этом весь Бродвей, верно? Один сезон сменяет другой, за одним мюзиклом следует другой. Знаешь, как-то я в один день посмотрела «Хеллоу, Долли» и «Смешную девчонку». Миша, ты должен посмотреть «Смешную девчонку». Это прекраснейшая история любви. Фанни Брайс была комедийной актрисой, певицей. А человека, которого она любила, уважала, боготворила, отправили за решетку. В тюрьму. Правда чудесно? То есть она все равно его безумно любила. В этом шоу есть песня, которая так хорошо передает ее чувства. Так спой, Элайза. Нет, не могу. Ты хорошо играешь на фортепиано, но для этой песни нужны струнные и большой оркестр. Нужны? Ты их получишь. Джентльмены. Started ringing. Oh, he is near. By the thunder I hear. In advance, his words. His words alone are the words that can start my heart singing. 'Cause his is the only music that makes me dance. He'll sleep and he'll rise in the light of two eyes that adore him. For him, they might, but they won't leave his sight. For a glance in every word, every day, I need less of myself. I need more him, more him, 'cause his is the only. Is the only music that makes me dance. God is the only music that makes me dance. On a bright cloud of music shall we fly, shall we dance? Or perchance, when the last little star has left the sky, shall we still be together with our arms around each other? And shall you be my neuronas? On a clear understanding that this kind of thing can happen.
Оукли. Это Ани Оукли, Ирвинга Берлина. Мужчине нужно не оружие. Смотри, Сара Браун. Мужчине нужен барабан. Она из шоу «Люди и куклы». Она была в армии? Можно и так сказать. В армии спасения. Они сражаются за души. За души? Зачем? Чтобы их спасти. Нет, минуту. «Люди и куклы» — шоу о Нью-Йорке, гангстерах, игроках, хористках. Сара Браун хотела спасти их души. Ей это удалось? Можно и так сказать. Один тип поспорил, что уговорит Сару поехать с ним в Гавану. Но чтобы она это сделала, он пообещал, что поможет ей спасти несколько грешников. Сначала он ей лгал. Это было глупо. Но они хорошо провели время. Это было разумно. Да, именно. That the guy's only doing it for some time. How do I feel? Yeah.
Лайза, я люблю счастливые концы. О чем ты сейчас думаешь? О том, какая потрясающая вещь театр. Это как одна большая семья. Одна большая бескорыстная семья. Я помню церемонию вручения Тони. Одна большая семья. Один за всех и все за одного. Да. Главное шоу. Шоу, вот что важно. Это прекрасно. В самом деле прекрасно. Когда писатель уважает писателя, художник художника. Ты делаешь что-то хорошее с другими, хорошими людьми. Вот что важно. А о себе ты не думаешь? О себе? Никогда. Миша, знаешь, если бы у меня была возможность поработать с Мэри Мартин или Гертрудой Лоуренс, если бы мне выпала честь быть на одной сцене с Этель Мерман, да я бы чистила ей туфли. Миша, я лгу. With the show-stopping dance, and I'm Papa with the show-stopping gift. You catch my drift? I wanna be a crowd stunner in the show-stopping scene, the one who picks up the marbles and bows till she's sore at the waist. That rare, refined combination of artistry, talent, and taste. I wanna be a showstopper who creates such a heat. The crowd rises like I've wired each steed. They're still cheering as they walk up the aisle. The moment they won't forget, I know, is the moment I start the show. And how about you? You got a wish too? I certainly do. I wanna be a showstopper with a show-stopping song, a showstopper with a show-stopping dance, an all-popper who can break up the joint. You getting my point? Это шоу я смотрела 12 раз. The one who donors the bravo, the good old, the plaudits, the niche, hang on, the stage hands round at their watches, but still that always and the one quit. As they walk up the aisle, the moment they won't forget, I know, is the moment we start the show. Won't you Charleston with me?
will show them how the Charleston is done. We'll surprise everyone. Just think what heaven it's gonna be if you will Charleston, Charleston with me. The minute you walked in the joint, I could tell you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Hey, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see. In love with Amy, always in love with Amy. Hot! No! It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to fool with my baby tonight. Break every rule with my baby tonight. I'd like to fool with my baby tonight. Break every rule with my baby tonight. But pillow, you be my baby tonight, 'cause it's too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot. Sure.
Давай, Лайза. Кажется, мы вспомнили почти все. Конечно, если бы нам дали еще 27 часов. Нет. Нет? Нет. У нас нет финала. Такого финала? Брось, Миша. Ты многого хочешь. А вдруг получится? Тебе и карты в руки, приятель. Удачи! Кардебалет. I'm a son of a gun, she is one of a kind.
Барышников? Барышников на Бродвее? Может, когда-нибудь. Да. Знаешь, возможно, это идея. Не знаю. Во всяком случае, подумай об этом. Тебе же хочется это сделать. Да, но... Give my regards to Broadway. Remember me to... Продюсеры Гэри Смит и Дуайт Хэмион. Режиссер Дуайт Хэмион. Фильм озвучен студией «Кипарис» по заказу ГТРК «Культура». Whisper of how I'm yearning to mingle with that all-time throng. Give my regards to all Broadway and say that I'll be there.